Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса, и я продолжаю проходить прототип третьего Гекса от 8 февраля 99 года, и мы пойдем вот в этот телевизор, магический Space Station. Тут рез нарисован. Что же это за телевизор? Let's get it on. Еще и за красный пульт. А, это у нас Secret TV, DLI for Erson, знакомый, Play as Gex. Ну да, знакомый нам. Довольно-таки. 5 минут дается, чтобы собрать весь этот беспредел. Хорошо, давайте пока понизу пособираем. Так, автомат. Немного дает. Хот-доги. Тоже немного только дает. Так, 42 шмушки еще надо, ну, где-то найти. Так, двери эти не расшибаются, случайно? Нет. Так, тут ничего не вижу. Время идет, время идет. Так. Собираем вот тут вот мушки, находим. Так, надеюсь, не пропустил нигде пока больше. Так, а голубей-то надо гонять, интересно? Да, надо. О, вот тут, кстати, две мушки. И тут голубь еще. Ух, нифига себе, сколько ты мне дал. 3 штуки аж дал. Так, тут, наверное, ездит поезд. Нет, поезд вообще не ездит, такое ощущение. Он и в той бета-версии что-то неохотно ездил этот поезд. Так, ну, собираем. Времени на самом деле уже маловато остается. Так, ты мне все дал? Надеюсь, что все. Времени реально маловато. Так, 6 штук, да, еще надо? 6. Я надеюсь, они где-нибудь здесь. 3. Я знаю, где эти 3 штуки. Вот они. Так, и вот здесь у нас образуется что-то там. Так, давай поспешим, поспешим туда. Что это такое? Нифига себе, это маска? В релизе она по-другому выглядит. Ну что ж, мы прошли секретный уровень. Так, а почему тут обозначен телевизор? Ой, как... Точнее, как пульт, если это секрет. Странно, надо сохранение сделать. Так, я могу спарить? Могу. А я могу пройти в Лейк... Нет, или не в Лейк Флэш, это... Так, куда я попал? Где я? Кто я? Так, понятно. С этим надо быть очень аккуратным. Так, ну, наверное, в бонус пойду теперь. Схожу. На этом я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в бонусе в следующей серии. Пока-пока.